Друзья, всем привет! Ну что, поехали дальше. Очередные четыре буквы. Д, Ж, З и Е. Сегодня я покажу, как делаются. Буду делать опять из розовых ШДМ 160 размера. Как и прошлые буквы. Ну, приступим. Надуваю не до конца, оставляю на 4 пальца кончик. Начинаем, как и все буквы, делаем пузырь круглый, лист. Далее отмеряем 3 пальчика пузырек и опять пузырь, кончик лист, пузырь, кончик лист. Дальше делаем пузырек примерно на 1,5 пальца, где-то так вот. Вот такой вот небольшой. И опять круглый пузырь. Пинчик. Круглый пузырь. Пинчик. Теперь сделаем длинный пузырь на 9 пальцев. Вот я взял 5 пальцев. И еще 4. Вот такой вот длинный пузырь. Опять круглый. Теперь делаю пузырек на 4 пальца. И все повторяем. Теперь опять пузырь на 9 пальцев. Ну, я вот таким образом замеряю. Вот так вот. Опять пузырек небольшой на 1,5 пальца. Буквально немножко мне не хватило. Попробую немножко сдуть его. На 3 пальца. Нет, все-таки мне не хватило. Не хватило на второй пинч-твист. Не хватило. Ничего страшного. Я думаю, смысл вам понятен.
детали вот сюда привязываю. Новую ШДМ. Четыре пальца делаю пузырек. Вот к этому пинч-твисту привязываю. Дабы буква была у нас полноценной, я сделаю еще второй пинч-твист. Для этого привяжу ШДМ, сделаю пузырем. Получилась буква D. Здесь мне, конечно же, надо сразу отрезать. Буква D. Убираю пока в сторонку и делаю букву Е. Начинаем точно так же. Делаем пузырь. И теперь сделаем дальше пузырек в длину на 5 пальцев. И опять 2 пинч-твиста. Дальше делаем опять пузырь на 5 пальцев. Делаем круглый пузырь. Пинч-твист. Второй круглый. Пинч-твист. Далее. Опять пузырь на 5 пальцев. Снова кругленький. Пузырёчек. Второй. Кому что-то непонятно, можете отправить мне личное сообщение, то есть с вопросами, либо в комментариях задавайте какие-то вопросы. Вот. Опять длинный пузырь на 5 пальцев. Кусочек остался. Дальше делаем опять. Продолжаем круглый пузыречек пинч-твист. Вот таким образом. Ну и теперь сделаем пузырь длинный на 4 пальца. Вот эту часть буквы привязываем в центр.
Ну, такая получилась буква Е. И перед тем, как вы будете где-то монтировать эти буквы, вы, конечно, все расправите. Все будет красиво и аккуратно. Вот. Достану букву Д. Буква Д и буква Е. Отлаживаю пока в сторонку. И буду делать букву Ж. Шедевно два не до конца. Оставляю хвостик небольшой. И все в таком же порядке. Буквы, как я вам уже говорил, в первом видеоуроке будут, и получаются длиной 25 сантиметров в высоту. Вот. То есть подложим. Делаем пузырь на 6 пальцев. Далее круглый пузырь. Второй такой же пузырь на 6 пальцев. Сейчас продолжаем делать все точно так же. Сделаем на 6 пальцев один пузырек. Далее пень 400. Еще один пень 400. Такой же пузырь второй, один пень 400, второй, у нас вот такие две половинки. Ложу пока сюда в сторону. Беру еще один шедем. Надеваем до конца. Теперь делаем пузырек на 5 пальцев. Пень 400. Пень 400. И второй пузырь на 5 пальцев. И второй. Пень 400. Вот таким образом у нас формируется буква Ж.
Вот. Дальше я беру одну половинку, привязываю сюда. Делаю пузырек примерно на 1.5 пальца. И вот эту среднюю часть, вот эту стусочку заложу сюда. Центр. Вот таким образом. С этой стороны опять же делаю такой же пузырек. Завязываю хвостик таким образом и привязываю вторую часть. Вот. Сейчас все это хорошенько расправляем. Таким образом у нас получилась буква Ж. Я для наглядности достану буква Д, буква Е и буква Ж. Вот. Пока отложу в сторону и буду делать букву Z. Надуваю не до конца, кончик на 3 пальца ставим, делаем пузырек. Второй пузырек опусти. Теперь делаем длинный пузырь на 10 пальцев. 5 пальцев. Еще 5. Дальше делаем круглый пузырь пинчик-лист. Круглый пузырь пинчик-лист. Теперь делаем пузырек буквально на 2 пальца. И также делаем потом круглый пинчик. Второй круглый. Тоже пинчик. Теперь делаем второй, такой же пузырь на 2 пальца. Возвращаемся, то есть обратно. И скрутку вот сюда вот заводим. Вот такие штрихи. И опять отмеряем длинный пузырь на 10 пальцев. 5 пальцев.
еще 5-10. В заключение делаем так, как это отлично. Ну что получилось? Теперь наша задача изогнуть вот таким образом. Вот. Эти две части. Вот это, вот это. Для этого можно начать. Вот с этого кончика делаю вот такой вот защип и прокручивание. И так постепенно по всему шарику. И точно так же с этой стороны. Защип. Прокручиваем. Защип. Прокручиваем. Защип. Прокручиваем. Защип. Прокручиваем. Конечно, идеального закругления добиться очень сложно. Но можно. Таким образом у нас получилась буква Z. Ну и теперь я достану для наглядности все буквы, которые я сегодня сделал. А именно первая буква D, буква E, буква G, Z. Ну все. Если вам понравился урок, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока.